B6 Passat 2008 года выпуска, 1.8, турбинка. 400 тысяч рублей стоит данный автомобиль. Реализует его автосалон Автоград. Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. Автозапуск тоже есть, Шерхан. В серебристом цвете, на классных дисках. Ну вот он, B6. Мечта многих после B5. Ну, относительно, конечно, потому что после B5 это технологически, с точки зрения техники, достаточно сложный автомобиль получился. Очень много электронных систем, которые контролируют все и все электронных блоков, модулей и так далее. Если зацикливаться на недостатках и недочетах, то нам даже 2 часов, точнее мне даже 2-3 часов недостаточно будет, чтобы рассказать всю подноготную этого автомобиля. Проблем действительно хватает. Вместо этого давайте лучше рассмотрим состояние конкретного экземпляра. Как все интересно здесь после B5, а? Также мощно, солидно и крепко. Ну что, такая новомодная. Вот почему-то цок-цок-цок-цок-цок-цок. Так. Нажимаем на тормоз, вдавливаете. А, еще до этого, что тут? Сюда встроен ключ. На том случае, если, допустим, сигналка села и еще другая часть случилась. Посмотрите, ключ из пластика. Неужели они на что-то экономили? И сюда встроена, соответственно, батарейка с чипом. Так, он закрывается. Ну, давай запускаемся. Чек не горит, все нормально. Цук, как бы товарик включили. Что-то в приборке здесь. Так. Пишет, что подушка. Потеряна связь. Сервис нужен. Ну, на немецком все, конечно. И вообще он пишет то, что хочу обратно. Знаете куда? Ну, куда он хочет? В Вольсбург. Так, тихо-тихо. В Вольсбург обратно хочет. На хорошее масло. К педантичным немцам. Домой хочу, говорит, обратно. 131 тысяча, ну, 2008 год, конечно, 12 лет. Такие дела. Руль перетянули, он уже успел, перетянутый руль, хорошенько подизноситься. Но, тем не менее, по высоте, по вылету все регулируется. Надпись Passat, чтобы вы не забывали, какой-то прекрасный автомобиль. Конечно, в оформлении вот эта тема с псевдодеревом, это на самом деле просто пластик. Выглядит, ну, немножко, как бы, это же не такой прям старомудрый автомобиль, как Фаэтон, допустим. Там она уместна, а Passat, он, на нем молодежь катается, как-то вот хочется увидеть что-то другое. Сейчас подстрою кресло, частично электро и частично механические регулировки данный автомобиль имеет. Электрорегулируемые зеркала с таким джойстиком, при этом они подвержены существенной коррозии. Сами элементы, то есть само полотно на зеркале, оно может корродировать. Электростеклоподъемники, все 4 здесь полностью автоматические. Блокировка стекол, здесь трещины идет, где управление светом, автосвет, конечно, здесь есть. И круиз-контроль вот с этой стороны, тоже очень удобно. Например, у Toyota эта система находится с правой стороны, у Volkswagen, соответственно, слева. Двухзонный автоматический климат, интересная мультимедийка. И еще смотрите, какой момент. Где здесь подстаканники? Вот с одной стороны вы присели и думаете, где же подстаканники? А на самом деле вот они куда спрятались, а? Ни за что бы никто не додумался. Ну как, это не подстаканники, это вещевой бокс, который обит бархатом. Если правильно называть вещи своими вещами. Подстаканники вот здесь. Такая система хитрая. Ну давай, выпрыгивай. В общем, не хочет выпрыгивать. Ну все, погнали. Пристегивайтесь обязательно. Соблюдайте правила дорожного движения. И старайтесь всегда быть взаимовежливыми. Потому что на дороге вы не одни. Ну, если сравнивать, конечно, с B5, с его многорычажкой алюминиевой, этот автомобиль... Ну, немножко... Так, ну что этот трактор? Этот автомобиль немножко, но потерял... Я бы не сказал, что в комфорте, но B5 едет мягче, это точно.
бешеным ускорением с вами сейчас не будем провоцировать и делать. Закрывается система безопасности, диктует автомобилю закрытие. Красные стрелки у нас такие, что по управляемости прям лимузинная управляемость, очень классный автомобиль. Реакции на тормоз, на руль прекрасные. Больше настроен все-таки на комфорт. Если вы хотите какую-то динамику, либо ощутить автомобиль другой ипостаси, то лучше здесь, наверное, выбор делать в пользу Аккорда. Это прям идеально. Либо Мазду шестерку. Passat это прям действительно как Superb тоже, только на комфорт рассчитанный автомобиль. Есть даже такая вариация на тему, что вас возможно в дальнем путешествии, если вы не водитель, если вы задний пассажир, укачает. И тихо, очень тихо в этом автомобиле. Спортивный режим есть и, соответственно, ручное переключение, Tiptronic. Скорость, да, хорошо строит. Там весь крутящий до 3000. Плюс турбинка подрывает где-то с 1200-1400, наверное, где-то так. Ну и, собственно говоря, он очень хорошо едет. Для своей массы, для габаритов. И управляется как легковушка. Ну, не как гольф, конечно же, но для большого авто очень похвальная управляемость. Давай ускорение показывай нам. Ну, что-то такое бодрящее, интересное. Может он исполнить точно. И за что я люблю Passat, это за нереальное крепкое лакокрасочное покрытие. Вот прям слоями может краска отходить, но чтобы он где-то подгнивал, чтобы какая-то прям страшная коррозия проявлялось. Это не про Passat. Это просто не про Passat однозначно. Круиз-контроль, что ли, кто-то включал. Да. Такой автомобиль. Да, он действительно надежный, в заботливых руках, он проедет. И Passat B5 встречал с пробегом под 800, под 900 тысяч, представляете себе. И так вот, прям, чтобы сказать, плачевное состояние, да нет, абсолютно. И здесь, в данном случае, тоже все хорошо сделано. Здесь бортовой компьютер, вся информация. Трос ручника, может, ну ладно, не буду о плохом, давайте на хорошем будем зацикливаться. Электронный стояночный тормоз, в те годы это просто прорыв был, нереальный, я считаю. Открываем все, и давайте рассмотрим внутри и снаружи автомобиль. Здесь у нас салонное зеркало заднего вида с автозатемнением, подсветка, все в рабочем состоянии, как видите, здесь датчики объема также стоят, подсветка и контейнер, так, открывайся, контейнер для очков, здесь еще такие микрофоны, наверное, да, управление для телефона имеется. Ну что, здесь у нас бардачок вот такой интересный, куча проводов, USB, HDMI, наверное, и руководство по эксплуатации. Не часто можно встретить в БУ автомобилях руководство по эксплуатации, и тем оно и ценно. Сервисная книжка имеется, как обслуживали автомобиль. Это здорово, я считаю, вот встретить вот такое, это классно, когда заботливый владелец так все бережно хранил. Так, что тут вылетает? Еще, опа, можно все сюда. Давайте, наверное, интегрируем. И вот здесь еще есть такой переключатель, бардачок с охлаждением. Все закрывается, открывается. Здорово, вот на B5 с этим беда была. И вот здесь еще дополнительно бокс тянете вот за эту оранжевую пипку. Бац, и ящик Пандоры открывается, видимо. Так, здесь я вам все уже показал. Автохолд имеется. Датчик давления в шинах, отключение для датчиков парковки, ESP, двухзонный климат, тоже, в принципе, все производительно. Подогрев сидений 5 ступенек имеет, все в рабочем состоянии, прекрасно работает. Стекла тоже по электрике, нареканий абсолютно никаких нет.
и это радует в данном авто. В хорошем состоянии B6 найти — это большая удача, прям действительно большая удача, которая требует немалых усилий и самоотдачи, а может даже самопожертвования. Поэтому в хорошем состоянии, если вы нашли, нужно сразу урвать такой вариант, прям сразу берите и радуйтесь. Багажник открыть, лючок бензобака. Аудиосистема классная, звучит потрясающе, вы будете рады прям однозначно. Пищевой бокс очень глубокий, здесь на отдельной теме стоит блок управления. С зеркалами и стеклами. Подлокотник тоже в хорошем состоянии. Такой электропривод, кожа, алькантара. Не хватает, конечно, люка, был бы люк. Круто, люк Бессон, если бы сидел в автомобиле, было бы прям замечательно. И снимал бы такси. Следующее. Так, здесь у нас стоят диски. Интересный тоже красивый дизайн, явно смотрится. 16-й, 205/55, очень популярный размер. Нанканг — это китайская резина, достаточно выносливая, долго ходит. Хром тоже, как видите, такие молдинги. Ни одного ржавого места вы не встретите на Пассате. В некоторых комплектациях, особенно на европейцах, в исполнении варианта универсала, идут шторки. Но здесь такой темы не предусмотрено, как видите. Откидной центральный подлокотник. Достаточно удобный. Можно закрыть. Крючок для длинномеров. То есть это лыжи, сноуборд и так далее. Для любителей активного отдыха. Подстаканники. Опа, давайте, убирайтесь. Ну, вот так. И здесь вещевой бокс. Вот, в принципе, и все. Здесь у нас находится розетка, воздуховоды, центральный тоннель. Такой интерьер. И софикс также имеется. Подсветка салона. Как-то особо сильно вот поругать этот автомобиль не получается. Раздвоенный. Ну, вот задняя, блядь, часть парковки. Багажник очень вместительный. По комфорту я бы, наверное, сравнил с Тианой этот автомобиль, вот так, если можно правильно выразиться и сказать. Эти элементы сюда спрятаны, очень мудрое решение, я считаю. Никак вот сюда когда-нибудь поклажу мять в багажнике. Имеется розетка, подсветка, даже вот такая система предусмотрена, вешалок. И здесь у нас находится запаска. Вот сюда можно, кстати, все это закрепить дело. Как видите, Мишлен. Домкрат инструмента вот там спрятаны. Вот, в принципе, так все реализовано. Все мощное, крепкое. Но с B5 не сравнится, конечно. B5 явно почувственнее и покрепче автомобиль будет. Прям он цепляет душу. Диоды очень красивые. Мне еще очень нравится Бора. Это американская вариация Джетты. Давайте посмотрим, что у нас под днищем творится на горычашке. А помните, как все обрадовались, когда наконец-то начали делать китайцы рычаги для B5, а? Алюминиевые рычаги долго не ходили, их сложно было менять спереди, сзади. Целая история. А потом, бац! Китайцы начали выпускать стальные рычаги, все пересели на эту тему. Ну и, собственно говоря, немножко, но обрадовались. Правда, тоже не особо надежна была система, как бы то ни было. Итак, с этой стороны можно еще, кстати, закрыть даже, смотрите. Посмотрительные немецкие инженеры как все сделали. С этой стороны есть у нас пепельница. Вот с той стороны пепельницы, к сожалению, нет. Закрытие дверей, как, не знаю, на каком-то супер лимузине происходит. Мощное, крепкое. Вы почувствуете, что такое настоящее немецкое качество с этим автомобилем. Это однозначно. Сиденье тоже в хорошем состоянии. Давайте еще раз продемонстрируем бардачок. С таким тайничком. Если кто не знал, можно сюда что-то спрятать от супруги, от девушки без проблем. Если у вас есть какие-то скрытые, потаенные желания. Так, закрываем все это дело. Притом здесь установлен отличный уплотнитель. Никакая грязь, никакая пыль в салон не проникает абсолютно. Настолько это не звездная пыль.
Итак, давайте посмотрим еще раз днище. Такие классные указатели. Лобовое без колов, без трещин. Передняя часть автомобиля тоже в достаточно хорошем состоянии по рамкам сегмента этого. Линзы. Здесь, как видите, передние датчики парковки, омыватели фар, галоген стоит. Ну и под капотом вы все сами уже знаете, не буду. Пленка стоит вот до сюда, как видите. Предусмотрительно тоже. Газовые упоры. Но я не буду много говорить. 1.8 турбо, 160 коней, едет отлично на переднем приводе. Хотя 4Motion, конечно же, рулит. Особо не сопливит данный силовой агрегат, все хорошо. Новые, видимо, провода. А там тоже идут. Ухожено, все ухожено, достаточно ухожено. Таких вариантов на рынке мало. Вот на этом, друзья, все. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Берегите себя и своих близких. Пока.